Девочки, привет! Сегодня я покажу, как можно быстро, буквально за 20 минут, сделать вот такие вот классные африканские кутри. Я буду использовать стайлер Polaris. Это профессиональный стайлер с покрытием органовым маслом. Когда вы завиваете волосы, они не повреждаются, а органовое масло при нагревании стайлера испаряется и впитывается в ваши волосы. Представляете, да, как классно? А еще у этого стайлера удлиненные керамические пластины, а это значит, что можно накрутить волосы практически любой длины. И укладка будет выглядеть равномерной. Можно выбрать нужную температуру в диапазоне до 230 градусов. Я для своих окрашенных и достаточно сухих волос поставила 180 градусов. Если вам будет интересно, обязательно подробнее расскажу про этот стайлер в статье или в видео, а пока просто посмотрите, какой результат получается. Thank you.